Здравствуйте, друзья! Всем доброго времени суток! Друзья, всем приятного просмотра! Сегодня напишем такой уже зимний пейзаж. Березки на переднем плане, закат, солнышко. И здесь такой я интересный подход сделал. Небо слегка оттенок зеленого есть. Как вы можете вот заметить, я половину сделал таким желто-оранжевым, а верхнюю половину даже не мыл кисть, начал подмешивать небесно-голубую, и получился такой зеленый оттенок. Ну, я думаю, это очень хорошо заметно. И в принципе такой вот оттенок и остался слегка зеленым, хотя казалось бы, как у неба может быть зеленый оттенок. Но на самом деле в живописи может быть все. Если что-то такое будете делать, дайте высохнуть, а потом добавьте солнышко, лучи вот эти. Так будет намного проще. Thank you.
На этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Пишите картины. Главное, не болейте. Счастья, мира, здоровья, добра вам. Удачи, друзья. До следующего видео. Пока.